Энергоснабжение восстановили в Амгинском районе Якутии. Бригада амгинских районных электрических сетей устранила повреждения и полностью восстановила работу линии электропередачи Сулгачи-Амга. На данный момент отключенных потребителей нет. На период работы электроснабжения большей части потребителей линии было переведено на резервную дизельную электростанцию Амга. Еще часть жителей района была перезапитана от распределительных сетей. Энергетики напоминают, что при обнаружении обрыва провода категорически запрещено приближаться, прикасаться и самостоятельно устранять причину.